Такая вот игра на планшете компьютера, специально созданная для того, чтобы в нее играли коты. Как видите, на экране монитора бегают мухи. Виртуальные, конечно. И задача кошек поймать их. Причем, что самое интересное, когда кот надавит лапой на муху, она как бы припечатывается к экрану и становится больше, как мертвая. Ну, по идее, это должно вызывать у котов ажиотаж. Ну, так как наши коты уже достаточно немолодые и совсем уже не котята, поэтому они вот так вот созерцают это на мониторе, как будто смотрят телевизор. Так это могут смотреть достаточно долго, но никакой динамики, как видите, вот даже отвернулся. Хотя достаточно забавно, наверное, для котов смотреть на такое. Ну, давайте посмотрим, что будет, если все-таки надавить на муху. Вот, видите, что происходит. Так что это, по идее, должно котов очень возбуждать, такое дело. Но, как видите, не возбуждает. Игра на самом деле может переключаться и выбираться разные режимы. Можно выбрать, например, таких вот тараканов. Тараканы побольше. Если его раздавить, происходит вот что. Они разбегаются на много мелких. Это вообще должно сводить кота с ума. Ну, как видите, не сводит наших, по крайней мере, точно. Ну, коты уже наши достаточно присыщенные жизнью, видели многое, и поначалу эта игра производила на них гораздо более интересное впечатление. Но сейчас им это уже не интересно. Вот и все. На этом закончен обзор компьютерной игры для кошек. Всем пока.